Ребят, а вы знаете, из чего делается мыло? Сейчас я вам все покажу. Всем привет! Вы на канале Састоль, и сегодня ко мне в гости приехала чудо-мастерская. Привет! Меня зовут Яна, мастер Яна, и я к вам приехала из чудо-мастерской. Ярослав, ты знаешь, что мы с тобой сегодня будем делать? Мыло. Мыло. Мы с тобой будем делать очень красивое мыло своими руками. В первую очередь нам нужно с тобой... Вот смотри, тут у нас есть вот такая это вот штучка. Как ты думаешь, что это такое? Я не знаю. Не знаешь? Похоже на салфетки. На салфетки? Мыло! Это мыло! Мыло. Но это не совсем мыло, это мыльная основа. Первым делом мы с тобой должны ее нарезать, потому что вот так просто она у нас не растопится. Подписывайтесь на наш канал и на яблоко. Просто закидывай все, что есть. Ой, это залипло. Угу. Прям закидывай смело. И да. Тебе на меня скотклеим. О, сколько у тебя получилось много. А мы с тобой сделаем два разных мыла из этой основы и из прозрачной. Сразу все кинул. Сразу все, да. Это потому что она прилипла. Смотри, теперь, когда мыло у нас растопится, нам нужно будет действовать очень быстро, потому что в комнатной температуре оно очень быстро застывает. Ребят, смотрите, какая сердечко, она очень красивая, я ее хотела. Угу. Вот таким образом, да? Да. Попробуем поместиться. Да. Так, давай пробовать. Такая вот формочка очень удобная. Помещается, да? Зимний такой. Берем мини-вилан. Мы должны поставить ее в микроволновку примерно на 30 секунд, чтобы у нас все это прям превратилось в такую жидкость. Ребята, это мыло. Вау! Начнем. Будем растапливать? Да. Пошли. Спирт, он называется муравьиный. Муравьиный, да. Как муравьи. Мы должны брызгать им мыло, чтобы оно у нас схватилось. Подальше можешь прям. Оп. Угу. Все. Ребят, я сейчас буду доставать формочки с закрытыми глазами. Давай прям глубоко-глубоко ручку пускай. Ага. Что там у тебя? Бабочка моя Бабочка любимая. Будет. Баттерфлай. Ага. Итак, для другого мыла мы должны с тобой выбрать аромат. Это какой аромат? Давай мы с тобой сейчас посмотрим. У нас тут есть много всего. Мое любимое, которое мы добавляем. Я нравится? Хочу. Да, опять. Отлично. Будет еще тутти-фрутти. Хочу. Да? Давай, тогда у нас одно мыло. Пахнет сушеным арбузом. Есть аромат? Пахнет? Нет, такой горячий, я не могу пахнуть. Уже пахнет, уже тутти-фрутти там пахнет. Так. Ой, а внизу горячего. Первое мыло мы оставляем с тобой и ждем, пока оно застынет. Ребят, мы приготовили первое мыло, и оно целое-прицелое до самого неба. Мы сейчас будем готовить с тобой второе мыло, но для начала, знаешь, что я тебе хочу показать?
Как раньше умывались короли? Как ты думаешь, как они умывались? Мылом. Мылом? Раньше даже мыла не было. Раньше это было настолько не принято. И водичка тоже была. Водичка была, но раньше было настолько не принято умываться и мыться, что король Людовик XIV, он смачивал вот так вот пальчики с утра водички и промывал свои глазки, и все. Вот и все умывали. Представляешь, как легко. А как Ярослав у нас умывается? Вот так. Правильно, и зубки, и глазки, правильно. А раньше это было не принято, представляешь? Вот так. Сейчас нам нужно растопить с тобой финальную белую основу. Готов? Давай. Достаем мыло из формочки и упаковываем его. Ого! Какая красота получилась. Видишь, у нас такое прозрачное здесь получилось. Остальное все розовое, сбилось, там еще воробушек. Ого! Оп. Вот так. Давай так положим. А ну видишь, как конки. Катается немножко. Как конки. И закрываем. Вот так, конки. Вот так. Первая мысль готова. Где мы с руками пипи? Котик, что ли? Тим. Это роза. Ну. И еще раз. Вот тут наши красивые розочки. Сейчас мы достаем эту бабочку. И с другой стороны красная, потом зеленая, потом белая. Такая с трех сторон. Разноцветная. Ну что, Ярослав, понравился тебе сегодняшний мастер-класс? Да. Понравилось твое мыло, которое получилось? Да, да, да. Это хорошо. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и на соцсети. И лайки, и колокольчик, и лайки. Два лайка поставь, чтобы вы подписаны.